Здравствуйте, друзья. Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. У меня радостная новость. Наконец-то мой основной канал разблокировали. И он начинает свою нормальную работу. На всякий случай я рекомендую всем своим подписчикам, вне зависимости от того, как сейчас работает мой основной канал, подписаться на резервный, потому что я не исключаю повторение подобной ерунды в будущем. Вот. А резервный канал, вы всегда будете знать, куда можно переключиться, чтобы в случае чего продолжить смотреть мои видеообзоры по США и различные лайфхаки. Когда я активировал видео на своем резервном канале, я пересмотрел весь материал, который был отснят за последние 3 года, и немножко расстроился. Расстроился потому, что, ну, скажем так, вот те видео, с которых я начинал вести свой канал, самые-самые первые, они сейчас, конечно, смотрятся несколько наивно. Я бы сейчас, наверное, по-другому бы снимал и немножко в другом формате бы рассказывал информацию. Очень много информации устарело. Поэтому я думаю сделать следующий ход. Очень интересный и очень полезный, наверное, для моих зрителей. На резервном канале я активирую все практически видео, чтобы они полностью дублировали мой основной канал. Но я думаю сделать такую перезагрузку, то есть релоад своего основного канала, и еще раз снять видео по вот всем темам, которые я раньше затрагивал, связанные с подготовкой к поездке в США, что нужно делать пошагово, что необходимо делать, когда только в США приехали, нюансы. Их переснять заново уже с учетом вот той информации, которая у меня новая сейчас, проапдейтилась, то есть очень много чего поменялось. На многие вещи я сейчас по-другому уже смотрю, и я по-другому бы сделал. Вот. То есть сделать такую перезагрузку. И заново еще раз вот, сделать повторение, то есть мать учения того, с чего я, собственно говоря, начинал вести свой канал. Начиная с нулевого шага, как вот человек садится и начинает задумываться о переезде в США. Вот. Я думаю, что в основу я возьму свои старые видео, но, естественно, я их снабжу новыми комментариями, и досниму, скомпоную и сделаю такой вот перезагрузочный вариант. Вот. Ну и кроме этого, я продолжаю монтировать новое. У меня очень-очень много снято материала, я просто говорю, не успеваю сейчас заниматься монтажом, потому что приехало очень много людей. Вот, ожидается еще больше людей, вне зависимости от того, какой черный пиар устраивает против моего канала и лично против меня. Людей это практически не волнует вообще, потому что если вы пообщаетесь с теми, кто живет в Омаха, все, кто приехал, продолжают здесь жить, никто на улице не оказался, у всех все идет по плану. Многие люди уже получили разрешение на работу, уже устроились. Те люди, которые ждали грин-карту, давно уже грин-карту получили. Кто-то уже плотно встал на свои ноги и уже думает о том, чтобы переместиться в более дорогие зоны. Так что людей интересуют не случай и не какой-то черный пиар, не компания в грязном белье. Людей, которые приезжают в Омаху, интересует конечный результат, а именно легализация и проживание нормальной США, поиск работы и, соответственно, чтобы у всех нормально шла жизнь. Вот. Я этот результат обеспечил. Вот. Собственно говоря, вот такое было у меня отступление. Вот. Я сейчас возвращаюсь в Омаха и начинаю перезагрузку своего основного канала. Хорошего всем дня, следите за анонсами. На этой неделе вас ждет очень много интересных видео.